Так, убирают 80-ку с трассы. Река! Река, кричит Крис сзади. Я 5 вешек сбил. 5 сбил? Я 2 только видел. Ну, время неплохое, но видишь, надо аккуратнее. Аку 1.46. Ну, надо... А быстрее не может ехать. Нет, тут надо не переключаясь дубасить, но тут, видишь, надо на... У меня не получается не переключаться. Не получается, да? Я с первой, второй на третью, первая, вторая, третья. На понижайке, да? Так, Нива пошла. Не знаю, включили понижайку или нет, горело сцепление у них. Солнце вышло. Ну, тут хорошая Нива показала бы результат, я вам скажу. Вова бы дал бы тут. И Вова, и второй Вова. На зеленой, и на красной. Вовы на Нивах это просто что-то. И так идет неплохо. Сейчас будем на залупазлике попробуем прокатить. Время уже известно. Выбивает задняя блокировка. У меня выключается она, точнее, нет фиксации. На прямике четко. Ну ты круто проехал, конечно. Я? Угу. Не, так сейчас будет лучше еще, ты уже дорогу знаешь. Сейчас Андрюха поедет, и тут подъем Ниве, что-то там дымит сцепление уже, похоже. Или просто выхлоп. Так, как-то слезть теперь с Патриота, он очень высокий. Новые колеса. А что за шины новые? Заварка. Заварка? Португальская, да. Португальская? 35? Нет, 33. Хорош, 35. 33 хватит, да? Грибки заканчиваются. Уже на первого нет. Уже нету грибков. Почем на первого грибки? 1800 последний забрал. Ого. Да. Ну, хорошая. 33, но такие полноценные. Ну да, нет, едет хорошо. На 1000 сильвер даже позволит. Да. Человек на топовом болиде спускает. Спереди с прибором. Спереди сильно, да? Что, чуть-чуть? Чуть-чуть не доехал, да? Не, он доехал на финиш и все. И все, да? Ресурс закончился. Да. Первый круг 2.18, говорит. Именинник на УАЗе. Андрюха сказал, поедет медленнее, чтобы в повороты входить. Тут он был? Ты хоть выходи от стола, отходи хоть ненадолго. Поедешь на залупазе за рулем? Нет, справа. Справа, так ты тяжелый очень. Андрюха пытается. У него две блокировки самоблока. Ему сложно. Чуть не проехал. Посмотри, как дубасит. Развил максимальную скорость на сегодня, наверное. Самый быстрый. Ну, тут хорошо. Тут хорошо идет. И финиш, интересно, какое время. Вот я понял, что это место тоже опасно.
1.58. Бородач скучает за Карпатами, сел тихонько. Пашенька, становись сюда, я тебе место освобожу. Добрый день, Руслан. О, привет, привет, Сережка. Карпаты хочешь, да? Скучаешь? Так это не поедешь сверху на УАЗе? Я бы поснимал. С Андрюхой? А если, к примеру? Так, Тойота второй раз в оффроуде человек. Пошел уже намного увереннее. Нормально, не уйдет там. Сильно спустился. Леня меня спускал, я тоже теперь рискую, да? Леня? Так, тут. Сколько? Ехать? Там сложный поворот, я понял. Так, тут серьезные машины подъехали. Да? Да. Ну ты ж сбил, тебе минус... А все позбивали? Не-не, все не считается. Так, ну ребята... Побыстрее преодолели, вот там или пилот другой, не, пилот тот же, сейчас узнаем время. Два восемнадцать, ну получше уже. И вот он, лидер. Это самый жесткий. Очень быстро идет. Андрюха повороты по-честному, аккуратно, не сбивая, а напрямиках наступает. Андрюха четко едет. Очень четко едет. А что он дымит? Дымит от старости. Но это не он, это патриот. Это лидер. На красном Лексусе ты мог выиграть спокойно здесь. Леха. Так. Да, так хорошо. Но это лидер. Андрюха лидирует без вариантов. Да, там раскопали уже тот поворот. Сейчас попробуем показать результат. На финиш. Время 1:39, лучшее время. Ну что, Ленечка? Да. И не сбил ничего. Лучший. Одну сбил? И, по-моему, нет, не сбил. По-моему, тоже. Так, это серьезный участник. Вот реальный этот претендент. Ты не доехал чуть-чуть. Рубикон. Миша, спокойно пока. Непонятно, почему так медленно. Тут легко. Интересно, какое время на финиш. 1:45. Ты выиграл даже у Рубикона нового. Если бы я сивешки сбивал бы, так я бы... Еще быстрее бы. Так сколько ты сбил? Одну? Я не знаю. Это первый раз не одну, а второй раз не знаю. Может, по себе одну. Так ты же ходил смотреть. Да там уже позбивали. Чироки, третий круг. Чироки, который был вторым кругом,
там вот раз Аня пошла по трассе, сейчас будет вот не правила машины туда. Ты что-то знал, да, Крис? Крис хорошо взял плотно к правому. Да, да. Вот я скажу, что ты знал, что она пошла. Я трассу правила машины стартовал. Колея должна держать сейчас. Сейчас я поеду, посмотрю, как там. Да, вот тут такой непростой поворот и выход на финиш. Песочек глубокий все-таки. Еще подсушили его. Сейчас Женя на 70-ке втор. 1.57, ну прилично улучшил. Интересно, какое время сейчас попробую проехать. Так, приехал наш топовый пилот. Перевозчик залупазла. Он застрял, не доехал на переднем приводе сюда. Сейчас кто-то его подтянет. А Саня его сейчас подтянет. Ну а Женя потихоньку идет. Ну, говорит, проблема. Проблема, говорит, основная, что одной передачи не хватает скорости, на второй не хватает тяги. Ну, имеется в виду, вторая, третья он едет. На третьей не хватает. Тяжело идет 70-ка. С Казетом была бы совсем другая история, конечно. 3L мотор. Ну да, время неплохое, несмотря на то, что медленно вроде едет. 1.32. Ну, по сравнению с собой, улучшит прилично. Не знаю, какое давление у него в шинах. Залупазли сделали 0.5-0.7 вперед, 0.5 зад, вроде так. На 13 секунд улучшил. 1.55 время. Так, Чероки долетел сюда быстро и не вошел в поворот. В прошлый раз он очень хорошо по внутреннему радиусу взял. Не, вешка стоит там.
Тут напрямике может, конечно, наступить. Время 1:50. Тут он пошел на первый раз на ухудшение результата. На 2 секунды худший результат, чем первый круг. 3, 2, 1, старт. Рубикон. И пошла машина, автомобиль. Напомнил, его первый результат был достаточно хороший. 1:45. 1:45 первое время, да. Андрюха, Андрюха. Андрюха, Андрюха. Да снимаю. Вырезать потом много. Дети ж смотрят. Тут вписался четко. Ну тут уже прямик наступил. Сейчас время 1:40. Андрюха быстрее был на Патриоте. Да, по 1:40 несколько машин и 1:39 на Патриоте, на котором я стою. Я думаю, Макс может сейчас покажет на залупазле время. Ну, посмотрим сейчас. Вон он приехал уже. Сейчас парканется и покажет, я думаю. Вранглер длинный. Да не. Это дисквалификация. Это дисквалификация. Это дисквалификация. Так на ровничке забуксовал. Что-то он не спешит как-то на финиш, да? Надо продавать, мне кажется. Не спущен, по-видимому, судя по тому, как сложно. И время будет далеко не лучшее, наверное. Ну, неплохое. Да, слабо. Это L200, с которым мы прокладывали эту трассу.
траектория по нему, в принципе, шла. То есть проехать любой может. Да. Сейчас поедем. Главный конструктор требует. Тут все создатели залупазла. Суровый мотор делал. Миша полностью почти весь. А, Андрюхи нету только. Миша раму делал, там все делал. Компоновал. Сама, да? Ну, вписался, молодец, вписался. Это лайт. Это лайт. Ты починил машину? Починил. Ну, едь. Да не, ну тут легенько. Смотрите, как Элька идет. Несмотря на длинную базу, ну, пилот очень серьезный там. Идет без ошибок. Молодец, вообще красиво. Ничего не сбил, вообще молодец. Сейчас будет очень хорошее время, вот только если на финише все получится. Вот тут сразу, да, надо правее, вообще красавчик просто. Просто красавчик. Это, наверное, новый лидер у нас. Это, наверное, новый лидер, я думаю. Ему трасса знакома. Какое время? Время не слышим. Вертолеты летают. Какое время? 1:30, ну это заявка. Ну круто ты шел вообще, Саня. Просто лучший. Проехал очень круто. Ну у нас в резерве Макс залупал он. Так что сейчас посмотрим. Ну там патрол пытается улучшить. А здесь новый участник подъехал. Не все могут рано приехать. Олежек. Ну а патрол уже пытается на финиш зайти. И это ему удается. Не-не-не, тут уже за пределы трассы совсем. Там надо поставить, Миша, можешь поставить трассу? Ну шире поставь, ну чтоб стояло, ну чтоб так вообще не заезжали. Ну тут проблемы. Не спущен совсем, похоже. Андрюха, трассу завалили здесь, надо поставить. Уже давно. Никого нету, надо кто-то, чтобы подходил. Не, это вот туда, это вот туда. Рубикон идет. Это известный нарушитель трассы. Я, кстати, затем его потерял. Я по-честному не заходил, я что-то снимать. Да, да, да. Так, следим за нарушителем. А Паджеро 2 идет на финиш. Thank you.
Не знаю, что там по нарушениям. Время не слышно. Привет!